«Сила в сплоченности». Стала известна программа акции «Марафон единства». Супермасштабные мероприятия. Какие сюрпризы подготовили организаторы? О спорте в конструктивном ключе министр спорта и туризма посетил Глузский район. Со временем появится современный физкультурно-спортивный комплекс. Какую оценку получили объекты? Детям радость, взрослым признательность. В городе после капремонта открыли игровую площадку в знаменитом московском дворике. Самое главное то, что вы радовались, то, что взрослые делают для вас. Чем удивили юных бобруйчан? А также вопросы и пожелания. И в тот день осенняя погода. Синоптики обещают снегопад к концу недели. Когда ждать сугробы? Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Виталий Гаврусев. Услышать каждого председатель Бобруйского горисполкома провел встречу по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Желающих обратиться к мэру города собрала 27-я школа. В первую очередь Игорь Кисель выяснил пожелания жильцов микрозоны ЖЭУ номер 1 Ленинского района, чтобы внести коррективы и планировать дальнейшую работу. Среди актуальных тем – наладка системы отопления, уборка дворовых территорий, создание площадок для выгула животных, движение городского транспорта. Вопросы тут же были адресованы должностным лицам. Мы преследовали сегодня цель пообщаться с гражданами этой микрозоны, которые проживают в ЖЭУ-1. Естественно, вопросы, которые люди задавали, это задавали по существу. Большая часть касалась это работы нашего ЖЭУ. И будут приняты ряд определенных мер, которые позволят устранить эти недостатки. Но самое главное, чтобы мы услышали мнение людей, что необходимо еще дополнительно, как нам власть, доработать в этом направлении. Кроме того, Игорь Кисель отметил, подобные встречи будут проводиться с большей регулярностью всеми представителями вертикали власти, по меньшей мере, раз в 3 месяца. Детское счастье. После полного апгрейда на Пушкина 204 открылась детская современная площадка. Горки, качели, рукоход, скалодром и не только появились в знаменитом московском дворике. Так его прозвали в народе. Провести модернизацию площадки обязало время. Спонсором выступил Могилев Облгаз. Игровой комплекс был открыт в честь 620-летия Бобруйска ровно 17 лет назад. Тогда аналогичную локацию возвели в московских Сокольниках. Плодотворное сотрудничество с районом Восточно-административного округа Москвы по-прежнему приоритетное направление взаимодействия, благодаря которому укрепляются торгово-экономические, научно-технические и социально-культурные отношения. Мальчишки и девчонки окрестных дворов одни из первых протестировали все игровые элементы – горки, площадку с полосой препятствий, сетки для лазания, турники. Все, что в городе делается, это делается для нас, для наших жителей. Самое главное то, что вы радовались, то, что взрослые делают для вас. Забота о детях – одна из главных задач государства. Наши дети – это наше будущее. А счастливые малыши – это счастливое будущее для каждого. А мне все нравится. Это очень хорошая игровая площадка. Я очень рада, что в городе открываются детские площадки. Скалодром, качели, горка, все понравилось. Мне понравилось, что теперь дети могут играть на этой площадке и не будут сидеть дома в телефонах. Это очень хорошо, что нашим детям есть где играть. Такой замечательный дворик, такая игровая площадка. Это чудесно. В городе на Березине делается все возможное, чтобы у детей было счастливое, интересное и благополучное детство. К слову, только в этом году было открыто 12 новых игровых площадок. Пока белорусский народ вместе, он непобедим. В эту пятницу в Бобруйск приезжает масштабная культурно-патриотическая акция «Марафон единства». Что ждет жителей города на Березине, разузнала наша съемочная группа.
Разнообразные воркшопы, концерты, лекции и встречи с известными личностями. Бобруйчанам будет куда сходить и на что посмотреть. Одно из самых ожидаемых событий – участие президентского оркестра Беларуси. 15 ноября артисты проведут мастер-классы в детской школе искусств имени Оловникова. Образовательная часть марафона будет представлена проектом «Нескучные не лекции». В пятницу именитые спикеры посетят механико-технологический, автомеханический и аграрно-экономический колледжи. Громкая инновация развернется на заводе КПД. В производственном цеху впервые пройдет концертная программа под девизом «Разом працуем, разом спеваем». Окунуться в военное время позволит интерактивная выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах», представленная издательским домом «Беларусь сегодня». Масштабная экспозиция расположится в Бобруйском художественном музее, а также 16 ноября ее можно посетить на площадке перед Бобруйской ареной. Выставка основана на проекте «Партизаны Беларуси». Она позволяет молодым людям прикоснуться к реальной истории Великой Отечественной войны. Проект создан с целью сохранения исторической памяти как одного из скрепов нашего единства, народного единства у нас в стране. Молодежи будет возможность не только прочитать представленные на выставке наградные листы и боевые характеристики, но и самим попытаться отыскать интересные сведения о своих родных и близких, которые участвовали в партизанском движении. Выиграть билеты на концерт можно, приняв участие в розыгрыше на Зефир ФМ. На волне 95.4 они проходят ежедневно с понедельника по пятницу в 9.30 и 13.30. Слушателям предлагают ответить на вопросы, связанные с историей города. Также за заветными квитками можно обратиться в профсоюзный комитет на предприятии. Условия очень простые. Вы ловите вопрос от ведущего. Правильно присылаете ответ на короткий номер 9.5.4.4. Если ваш ответ не только правильный, но и пришел раньше остальных, билет. Билеты пригласительные достаются именно вам. С утра мы разыгрываем пригласительные, два пригласительных на двоих, а днем в 13.30 один пригласительный на двоих. То есть таким образом 6 человек могут заполучить заветные билеты. В субботу возле Бобруйской арены с 10 утра до 10 вечера будут работать развлекательные площадки, фудкорты, квест от БРСМ и розыгрыши призов. Завершит марафон музыкальное шоу «Время выбрало нас», в котором примут участие популярные белорусские исполнители. Концерт начнется в 6 часов и станет фееричным аккордом праздника единства и творчества в Бобруйске. Юлия Вернер, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Спортивная сторона. Министр спорта и туризма с рабочим визитом посетил Глузский район. По традиции свой визит Сергей Ковальчук начал с возложения цветов к мемориальному комплексу «Воинская слава». Минутой молчания гости почтили память погибших солдат в годы Великой Отечественной войны. Далее глава ведомства посетил ряд спортивных объектов городского поселка, в их числе физкультурно-спортивный клуб, где пообщался не только с тренерским составом, но и с будущими чемпионами. Поддержка и физическое развитие детей этому вопросу было уделено внимание в ходе посещения Глузской гимназии и детско-юношеской спортивной школы. Здесь ребята тренируются по трем видам спорта – баскетбол, гандбол и дзюдо. В районном исполнительном комитете прошла встреча со спортивным сообществом. Со слов министра, работа поставлена хорошо, база выглядит удовлетворительно. Коллектив работает, наполняемость групп на 100% уровне. Самое главное – выстроить правильную систему, начиная от детского спорта и заканчивая спортом высших достижений. Но акцент в обязательном порядке на детский спорт. Дисциплина, порядок, организованность – вот критерии, которыми должны мы руководствоваться. Есть методики, есть программы. Каждый тренер должен четко их придерживаться и воплощать в жизнь. Если мы это все будем вместе делать на всех уровнях, поверьте, во всех этих спортах у нас будут шикарные результаты. Мы будем гордиться нашими спортсменами. Со временем появится современный физкультурно-спортивный комплекс и физкультурно-оздоровительный центр, который будет давать возможность еще большему количеству людей заниматься физической культурой и спортом. То, что сегодня нам необходимо для нашего здоровья. Приятным и неожиданным моментом прямого разговора стал денежный сертификат от Министерства спорта и туризма на сумму 20 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы спортивных объектов городского поселка Глузск. Носок на носок, свитер на свитер и шарф. Температура в Беларуси медленно, но верно движется к минусу. Серое небо солнечных лучей не обещает, однако может предложить кое-что поинтереснее. Чем в ближайшие дни удивит ноябрь? Юлия Вернер пообщалась с синоптиками.
Осень, что я знала тебе? Хмурый ноябрь пробрался в Беларусь и опустил температуру до холодных плюс один, плюс три. Жители Синеокой замерли в ожидании первых белых хлопьев. Погода за окном намекает, совсем скоро на страну начнет опускаться снежное покрывало. Теплом ноябрь уже вряд ли порадует. Синоптики в ближайшие дни обещают дожди и мокрый снег. Самое время утеплиться и достать с полок шарфы, шапки и перчатки. А сохранить бодрость духа поможет горячий какао. Испания готовится к новым наводнениям. Метеорологи прогнозируют мощные ливни на востоке страны. Специалисты уверены, за 12 часов выпадет до 120 миллиметров осадков. Комитет по чрезвычайным ситуациям Валенсии направил муниципалитетам и организациям специальное предупреждение с просьбой принять превентивные меры. Речь в частности о закрытии школ и других учебных заведений. Рекомендовано также перевести на удаленную работу сотрудников и неуклонно следовать всем советам экстренных служб. За последние 10 лет стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб в 2 триллиона долларов. В исследовании изучили 4000 экстремальных погодных явлений, которые затронули более 1,5 миллиарда человек. Почти половина всех экономических убытков пришлась на США. Второе место по размеру потерь занимает Китай, третье – Индия. С годами урон только растет. Так, в 2023 и 2022 показатель на 19% выше среднегодового за предыдущие 8 лет. В четверг в Бобруйске резких погодных поворотов не предвидится. По прогнозам синоптиков, в городе на Березине ожидается плюс 2. Возможны дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Ночью температура будет колебаться от 0 до минус 1. Самое время одеться потеплее и не забыть захватить зонт. Юлия Вернер, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Сразу после нас сирена. Мой коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!